Добрый день, друзья. Еду по городцу на велосипеде. Любуюсь нашей природой. Кругом срач. Куда ни загляни, остановка срач. Рядом с домом срач. Вот еду в Слободу. Поехал в Слободу посмотреть, там как рыбаки рыбачат. На каждые 100 метров проезжает 150 помойная яма. На остановках полный срач. Бачков нету, культуры нет. Друзья, Слобода рядом строится. Сейчас вам покажу. Батюшка святой там строит себе церквушечку. Церквушечку, по-моему, Александр Невский, где умер. И вот буквально 50 метров проезжаешь, и такой срач. Это пипец. Да? Через каждые 500 метров в городце помойка, помойка, помойка. Не понимаю, чего здесь местная власть делает. Сегодня задача мэра города и главы района — сделать город чистым, проявить культуру в районе. На него выделяется 70 миллионов рублей. Вот, по-моему, церковь Александра Невского. Вот буквально там 100 метров отъехал, помойка, помойка, помойка. Вот так у нас бизнес делает строительство храмов, а культура-то у нас ничего не прививается. Друзья, ну вот так сказал, как оно есть. Всего доброго.